Фонды Ярославского музея-заповедника пополнятся уникальными находками. Сегодня их торжественно передали сотрудники Института археологии РАН, которые на протяжении более чем 10 лет занимались раскопками на территории древнего рубленого города, участка Волжской набережной в районе Стрелки. Среди артефактов, найденных в культурном слое 12-13 веков, оттиски печати первого ярославского князя Всеволода Константиновича, его матери Марии и даже самого Александра Невского. Ученые также установили точное место расположения первого каменного здания в Ярославле Успенского собора. Они нашли остатки фундамента здания. Здесь же археологи нашли могильники. С помощью современных технологий удалось восстановить внешность тех, кто жил на этой земле 8 веков назад. С нашей точки зрения, вот эта неразрывность коллекции, да, она позволит дальше исследователям, любым молодым исследователям, студентам, аспирантам, научным сотрудникам музея, всем интересующимся, получить вот эту полную информацию о этом наиболее значимом участке средневекового города. Археологические находки, они передаются не только единичном экземпляре, то есть есть еще сопутствующий какой-то материал. Вот сегодняшний день, он посвящен уникальной находке, это печать Александра Невского. В феврале, в марте мы можем уже представить новую археологическую экспозицию.